Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це щоденне воєнне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Одразу ж попрошу наших глядачів поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися, тому що у нас є прекрасне підтвердження. Пане Романе, вчора ми з вами говорили, і є вже кадри, що дрони Служби безпеки України атакували бухту і берегову охорону в районі озера Донузла в Криму. Як наслідок, там були ціла такий ряд уражень цієї берегової охорони, в тому числі і склад боєприпасів. Бачимо, вибух дуже і дуже якісний та потужний. Подтверждение проходит в течение суток, потому мы и говорим, то есть практически одно и то же действие два раза подаем, но правильно, одно дело, допустим, есть информация о совершении какого-то действия, другое, в течение суток получаем подтверждение. Вот подтверждение от службы безопасности, их работа, скорее всего, Си-Бэйби работали и беспилотники воздушные, то есть это комплексная атака, которую совершила Служба безопасности вместе с военно-морскими силами Украины. Потому, ну, молодцы, тут выполнили задачу. Давно уже, давненько этого не было. То есть, скорее всего, продолжают выполнение задач по, во-первых, завоеванию, с одной стороны, превосходства в воздухе. Почему? Потому что бьют в том числе и по зенитно-ракетным комплексам, по ПВО, по глазам России. А с другой стороны, решает задачу морского уровня, то есть морского плана, уничтожая береговую охрану. То есть те еще корабли российские мелкие, которые остались в Крыму, так как основные корабли Черноморский флот уже покинул Крым и ушел, они рассредоточили сейчас часть в Новороссийске, почему и надо добираться до Новороссийска. И до нефтяного терминала, и до порта. Часть в Азовском море, там тоже есть возможность, как добраться до этих кораблей. Часть ушла в Каспий через Дон, Волго-Донской канал, Волгу и уже в Каспий. То есть произошло выдавливание с помощью спецслужб, выдавливание Черноморского флота России с Крыма. Вот в такое же самое выдавливание и остальных военных России с Крыма может произойти с помощью авиаційної компоненти, то есть авіації і ракет, дальніх ракет. Пане Романе, з основних новин це Володимир Зеленський зараз перебуває в Великій Британії, де зустрівся з королем Чарльзом і також буде брати участь в засіданні уряду. Загалом Зеленський дав інтерв'ю в Британії і також серед іншого головною метою зустрівся, до речі, та з Залужним. І головною метою його буде це переконати наших британських колег, аби дозволили на всю глибину без обмежень використовувати їхнє озброєння. Чому, напевно, про це буде говорити? Тому що вже є заяви Шольца, що Німеччина не дасть зелене світло на такі удари. І більше того, Шольц, канцлер Німеччини, сказав, що США також тверді в цьому питанні. Ну, Шольц, мы несколько раз тоже проговорили. Шольц на данный момент ориентируется на Белый дом, на Байдена. Так как есть определенная связка, и он сам, естественно, принимать решения не будет. Сменится Байден, сменится политика, Шольц тут же подыграет, то есть так как флюгер развернется под политику, которая будет вестись очередной президент в Белом доме. Потому надо просто подождать, это дело времени, не более того, дело времени, когда примет решение Шольц о передаче, с одной стороны, большего количества вооружений и тех вооружений, которые могут работать по российской территории в том числе. Пане Романе, якщо говорити загалом про Сполучені Штати Америки, з'явилася інформація, що такі, очевидно, будуть міняти Джо Байдена, тому що і на тиждень відтермінували, до речі, з'їзд демократичної партії, де мають висувати кандидата від демократів. Ну і загалом зараз набирає оберти кампанія Трампа, і вже CNN каже наступне, що сьогодні Зеленський може в телефонному режимі проговорити з Трампом. І загалом Зеленський каже, що ми працьовиті, будемо працювати з будь-яким президентом. Як ви вважаєте, загалом те, що прийде Трамп, наскільки це є критично, чи не все так прямолінійно, як всі звикли вважати? Вот иногда бывает прямолинейность, быстрее решаются вопросы, чем такое сопляжуйство, как сейчас мы видим в Белом доме при Байдене.
прямолинейность Трампа как раз может нам помочь в этом смысле, потому что четкое понимание процессов, ему просто их надо донести. Джонсон начал доносить, я думаю, точно донес. Зеленский продолжит. Это, естественно, не последний контакт с Трампом. И уже дальше вот эта прямолинейность, она как раз может дать серьезные плоды, результаты в нашем противостоянии с Россией. Поэтому ничего там страшного нет. Это точно, однозначно будем работать с тем президентом, которого выберет американский народ. Все-таки американцы, они прозорливые, прекрасно понимают, видят все эти перспективы, я думаю, примут правильное решение. Ну а по Байдену мы с вами тоже, по-моему, с полгода об этом уже проговаривали. Байдена надо менять демократам. Одно дело шлейф обамовских этих растяжек, разводок и договоренностей, которые как давлеют над Байденом, в том числе он тоже в них участвовал. Демократы могут просто потерять, если, не дай бог, еще вместо Байдена какого-нибудь обамовского кандидата поставят, так они точно проиграют на несколько каденций, так это точно. Им надо убирать не только Байдена, убирать обамовскую администрацию. Бернса, Салливана, то есть вот это весь эту, всю эту шушеру, замкнутую на Москву. Надо убирать, и тогда демократы смогут побороться, по крайней мере, за президентское кресло. Ну а если они этого не сделают, если опять зайдет какой-нибудь обамовский черт очередной, ну тогда они потеряют на несколько каденций, потеряют просто управление государством. Ну а Трамп, с ним однозначно можно работать. Почему? Потому что у него есть определенные видения. Ну, во-первых, видение ситуации раз, поведенческая реакция два, она довольно-таки хорошо просчитываемая в этом смысле. Поэтому, я думаю, проблем абсолютно никаких не будет. Еще раз повторюсь, у нас одна проблема была – Байден. Байден, Салливан, Бернс и Обама, который за ними стоит. Почему сейчас Обама и начал бегать, топтаться? Он становится, понимая, что с Байденом они просто глухо проигрывают. Они сейчас начинают судорожно искать какого-то другого кандидата. Но демократам самой партии надо очиститься от обамовского влияния. Если они это сделают, ну, они еще останутся как партия. Если нет, они могут вообще погибнуть как партия. Пане Романе, і, до речі, канадський віце-президент Ді Венс сказав наступне, що Україні перемогти, не перемогти в війні з Росією, ну, але це винесли більшість ЗМІ в заголовок. Наскільки я розумію, там не все так просто, тому що він в першу чергу сказав, що не перемогти в таких от масштабах, яких Пентагон виробляє і постачає озброєння Україні. Он в основном на Пентагон и наехал. То есть как раз, когда если первоисточник читать или слушать, по крайней мере, с переводом, то можно четко понять, какой контекст самого посыла. Нет возможности нам победить, если Пентагон не запустит и не даст нам достаточного количества вооружений. Вот это он и говорил, но это с расчетом на то, что Пентагон начнет двигаться. Хотя тут же в опровержении его слов один из представителей Пентагона заявил о том, что готовность есть. И в принципе, если будет политическая воля, то механизм передачи вооружений, склады и все остальное забито и выполнит эту задачу. Поэтому я думаю, это как раз хорошие посылы для нас. То есть именно в таком контексте, даже от будущего вице-президента. Пане Романе, і по допомозі наших партнерів, Франція готує новий пакет допомоги, і там є дуже серйозні речі. Серед іншого, 128 броньованих машин, ВАБ, 24 легких танки АМХ-10 РС, вони свого часу продавали, вони на Харківщині себе продемонстрували, і також 18 артилерійських установок «Цезар». Наскільки я пригадую, ми з вами говорили, що «Цезар» – це, напевно, одні з флагманів на фронті, дуже хороша, потужна в них стволи, та й взагалі вони дуже автоматизовані і добре працюють. Основне преимущество цих машин – это колесная база. То есть 155-й калібр, поставлений на колесную базу, дает возможность в контрбатарейной борьбе выиграть определенное время, допустим, если в расчете с базой гусеничной. То есть как раз вот это в свое время очень правильно и грамотно направление применения артиллерии
французы в том числе поймали. Кстати, как и американцы, когда посадили на «Хаймерсы», то есть на колесную базу пусковые установки для ракет и «Атакамсов», в том числе М-31-х. То есть в Европе, особенно в Европе, оптимальный вариант – это, конечно, колесная база. На данный момент тот климат, который уже в Европе складывается, он устойчив для работы именно на колесной технике. И потому, а здесь скорость важна. В стрельбе и в контрбатарейной борьбе важна скорость развертывания, работы и ухода. Оптимальный вариант, если уже даже не так, можно говорить так, верх совершенства в этом смысле, это арчеры шведские, которые в движении стреляют. То есть это тоже колесная вольвовская база. Пушка, ствол, который работает на дальности до 60 километров, причем может стрелять в движении. Вот это оптимальный вариант для выполнения задач той же контрбатарейной борьбы, потому что по ней практически невозможно прицелиться. То есть в этом смысле, конечно, это продвинутые машины. У нас примерно такая же «Богдана», почему именно на эту САУ был поставлен в свое время расчет, и сейчас мы ее больше десятка в месяц сделаем. Конечно, недостаточно, но пока лиха беда начала, надо развивать эту тему. Но и «Цезарь», конечно, очень сильно нам помогут. Плюс колесные танки, тот же плюс, может, если так за тавтологию, извините, тот же плюс, почему колесная база, практически ствол, у которого сейчас, на который сейчас просто горы снарядов, и нет проблем с их доставкой, потому что в свое время этот калибр, он был очень распространен. И как раз этот танк колесный тоже нам очень сильно помогает. Ну, задача у него, конечно, такая же, либо как САУ работать, он может навесом бить, и прямой наводкой выполнять боевую задачу. Пане Романе, з'явилося відео, як наші два спарених модернізованих Міг-29 працюють по позиціях ворога. Заявлено, що вони використовують ракети AGM-88 Harm, також роблять скиди боєприпасів JDM-R. Я от пригадую, ми з вами говорили, ви казали, що основа і дуже добре працюють і приносять результат, власне, ракети Harm. Ну вот именно в такой конфигурации, когда идет сброс ракет с наших МиГ-29, он наполовину, как минимум, всего лишь использует возможности ракеты «Харм». Вот здесь вот можно сказать, чем лучше будет, когда зайдут, допустим, те же F-16. Наши летчики поднимают ракету, ну, как болванку, в качестве разгонного блока, не более того. То есть они поднимают ракету, уже запрограммированную на определенный сектор. Поднимают ее, идет пуск ракеты, ракета уходит, выходит в этот сектор, а дальше в зависимости от того, будет работать в этом секторе РЛС или не будет работать. Если будет работать российская РЛС, ракета ее поймает, и там пассивная головка самонаведения, она выйдет на эту работающую радиолокационную станцию, ее поразит. А если не будет в этот момент работать, ракета самоуничтожится, то есть поболтается на восьмерке и самоуничтожится. Потому часть ракет просто уходит в молоко, так сказать, то есть не выполняют задачу. От F-16, если будут поднимать «Хармы», то летчик непосредственно может принимать решение на пуск ракеты. Он будет видеть уже работающую радиолокационную станцию, будет видеть тип этой станции, принимать решение на пуск ракеты, даже перенацеливать ракету в полете. И это можно даже будет. Почему и важен именно F-16, как носитель именно «Хармов» для завоевания превосходства в воздухе. Быстрее тогда ПВО противника будет зачищено в ноль практически только ракетами «Харм». Но для этого МиГ-29 недостаточно. МиГ-29 еще используется сейчас, там нашли механизмы, как подвесить несколько натовских боеприпасов. Вот очень хорошо себя показала авиационная бомба, планирующая авиабомба, которую мы используем также в GLSDB, GBU-39, то есть с дальностью под 110 километров. Единственное, что ее, конечно, сбрасывать с больших высот нужно, тогда она 110 километров проходит. Чем меньше высота, тем меньше дальность ее работы. То есть наши все самолеты, которые старые, советские, которые используются, они не могут дать полного спектра возможностей того вооружения, которое нам передается. Почему очень важны F-16? Причем, ну, в любых практических количествах, и чем быстрее, тем лучше.
Пане Романе, до речі, про F-16, про них згадав інтерв'ю Володимир Зеленський, сказав, що вже минуло 18 місяців з часу обіцяної авіації, її досі немає, і це попри те, що нам потрібно як мінімум 128 подібних винищувачів, аби хоча б мати паритет в небі, я так розумію. Але загалом, пане Романе, от наскільки я знайомився з ситуацією, а ви вже мені проясніть і нашим глядачам, кажуть, що от харківський наступ багато в чому в 22-му році, коли росіяни відходили, допомогли нам хаймерси, тому що позиції ворога були не вкопані, не гарно не оброблені, не захищені, бо склад боєприпасів був дуже близький до фронту, 10-12 кілометрів, відповідно, це все трощилося. От зараз кажуть, що поява F-16 не змінить такої, не зробить такої якості, як хаймерси, тому що раз хаймерси з'явилися раптово, їх не оголошували. Про F-16 вже навіть ми з вами говорили, є винагорода в Росії, будуть полювати на перші F-16. Ну і плюс кажуть, що в них зараз значно краще розгорнута сітка ППО, і F-16 буде працювати в рази важче. Наскільки це справді відповідає реальності? Ну, по хаймерсам ви правы. Россияне не ожидали такой глубины работы ракеты такого количества. Они, конечно, выбили все командные пункты, склады на глубину под 70-80 километров. Но россияне адаптировались к этому, и они после того, как поняли, что по ним работает, по дальности определились и дальше начали разворачивать основные свои механизмы обеспечения фронта за дальностью 70-80 километров. На дальностях 100-120 километров, примерно так. Когда подошли, кстати, атакамсы 100-мильные с дальностью 165 километров, вот они примерно такой же фурор принесли, как и ракеты М-31 для «Хаймерса», то есть в начале войны. Выбили российские, ну, по крайней мере, попытались выбить большую часть российских с систем на дальностях под 165 километров. Самолеты, которые сейчас будут заходить, они однозначно, F-16, столкнутся с сильнейшим противодействием ПВО противника. Они готовятся, вот те 18 месяцев, которые мы не получаем F-16, эти все 18 месяцев россияне готовятся встречать F-16. ТТД они их прекрасно знают, тактико-технические данные, знают примерно ТТД всех систем вооружений, которые есть на F-16, естественно, готовятся. Просто есть некоторые механизмы работы, допустим, та же ракета «Харм», против которой, в принципе, нет системы противодействия, если она уже запущена, зацепила цель, и она выйдет, даже если она выключается, то есть запоминает инерционная система наведения, которая есть внутри ракеты и срабатывает по сигналу, хотя бы первоначальному, хотя бы одиночному, она уничтожает. То есть вот с помощью таких ракет, таких механизмов будем завоевывать сначала превосходство в воздухе. Что это значит? F-16 будет работать по ПВО противника, по наземным зенитно-ракетным комплексам, наземным радиолокационным станциям, той же ракетой «Харм», плюс некоторыми другими видами вооружений, той же бомбой GBU-39. То есть там есть достаточно серьезный спектр, до 120 модификаций вооружений, которые степ-бай-степ, это не будет сразу, фурора не будет, это точно. Но это будет планомерное выдавливание ПВО противника на дальность поражения. То есть где-то на 150 километров ПВО противника будет выдавлено. Это практически вся территория оккупированной Украины, плюс часть территории Крыма. И дальше, чем ближе будут самолеты подходить к Крыму, тем дальше будет зачищаться и Крым от ПВО. Причем механизмы зачистки не только «Харм». Есть еще ракеты, допустим, те же «Джазмы», у нас ракеты «Storm Shadow», «Скалпы», «Атакамсы», «Нептуны» наши, беспилотники. То есть это целый комплекс мероприятий, которые будут помогать F-16 зачищать перед собой пространство. Остаются механизмы воздействия авиационными компонентами российскими. То есть это самолеты, это дальние ракеты. У них есть довольно-таки опасная ракета R-37M 300-километровая. Вот против нее можно работать только наземными уже средствами. То есть самолет против нее вряд ли сможет побороться, а вот тот же Патриот, если будет прикрывать F-16 в паре с Патриот, Патриот будет прикрывать F-16 от ракет, противоракет российского ПВО, включая те же R-37M. Они их сбивают, то есть и там скорость ракеты довольно-таки серьезная. Потому F-16 будет прикрывать Патриот
от воздействия, допустим, ракета воздух-земля. И вот такая пара, а еще оптимально это, конечно, третий, это дальний радар, который нам два штуки нам передали. То есть такая триада, которая будет заниматься выполнением этой задачи. Завоевание превосходства в воздухе. И опять же, для чего она надо? Для того, чтобы потом можно было дать возможность бомбардировщикам и штурмовикам непосредственно ходить по головам противника. То есть заходить на российскую территорию, на оккупированную территорию Украины и работать непосредственно по позициям, сбрасывая свободно падающие авиабомбы на голову противника. Вот это основная задача, для чего нужны те же F-16. Хотя как раз F-16 тоже могут выполнять эту задачу, так как они могут работать в режиме штурмовика и бомбардировщика. Потому в зависимости от количества самолетов, почему оно и надо большое. То есть надо больше сотни самолетов для того, чтобы часть самолетов выполняла задачу завоевания превосходства в воздухе в качестве истребителей и перехватчиков, а часть самолета выполняла задачу роботи по землі в качестві штурмовиков бомбардировщиков. А пане Романе, ми з вами говорили раніше, що регулярно по Криму пролітали по їхніх комплексах ППО. Чи можемо ми казати, що саме південний напрямок нашої території готують для вільнішого використання F-16, тобто щоб саме ця авіація могла працювати по, як мінімум, відрізанню Криму, тому що от вже є заяви, що начебто і залізницю вони буквально на днях добудували, яка йде по узбережжю Азовського моря. Дело в том, что Крым сам по себе это уже географический оперативный котел. Там несколько входов-выходов из этого котла, и их перебить, то есть уничтожение Керченского моста и взятие под контроль, допустим, переходов Перекопа и восточных переходов, там, Арабатской стрелки. Это практически перевод вот этой территории уже в реальный оперативный котел. А естественно, в котле никакие в этом капкане никакие склады не помогут, потому что склады тоже будут доставаться нашими дальними средствами поражения. И для нас, с точки зрения военной науки, для нас намного проще сначала освободить Крым, а потом заниматься освобождением остальной территории. То есть вот такой маневр, причем он где-то на порядок проще, разов в 10 проще как раз начать все это с Крыма. Почему, в принципе, сейчас этим и занимаются наши дальние средства поражения? В основном весь флот, который у нас есть, воздушный, направлен в основном для работы по крымским военным объектам. Скорее всего, на 90% можно говорить, что и самолеты в том числе будут использоваться как раз для этого направления. И опять же, удобно, допустим, с баз в центре или на западе страны, удобнее за счет малого плеча и малого подлетного времени работать как раз по херсонскому направлению, то есть левому берегу Днепра в направлении Крыма. Это раз. Второе, удобнее так же само на предельно малых высотах даже на Крым заходить вдоль моря, то есть с моря. Это для россиян тоже большая проблема. Почему? Потому что если будут выбиты ПВО противника, если будет невозможно самолетом с противника летать над Крымом, таким нечем будет снять наши самолеты, которые будут заходить со стороны моря в Крым. Российские корабли мы отогнали. Они ушли, то есть понимая, что будут уничтожены. И для нас практически весь западный берег Крыма, западный, юго-западный, южный Крым, он открыт для работы самолетами. То есть я думаю, уж точно воздушное командование, то есть если там будут летчики, правда, потому что это летный состав, это все понимает, ПВОшники-то ж не поймут. Летный состав, он прекрасно понимает, с какой стороны и с каких азимутов лучше заходить на Крым, так как почему с моря удобнее заходить. Там же ПЗРК нет. Это вот идти, допустим, в Крым даже по левому берегу, то есть перелетев через Днепр и идти, допустим, по Херсонщине или по Запорожью. Опасно, ПЗРК есть. То есть одно дело уничтожить зенитно-ракетные комплексы, а, допустим, те же иглы не уничтожишь же все, а это 5 километров по высоте. Потому в этом смысле как раз заход с моря самолетами очень выгоден и удобен для выполнения такой задачи как раз из-за
не большой проблемы захода именно с этого Азии. Я думаю, как раз вот эти все плюсы работы по Крыму и будут основными при решении вопроса о контрнаступлении, направлении контрнаступления. Пане Романе, західні аналітики підрахували, про це пише видання The Economist, що в 25-му році Росія досягне критичної точки виснаження, саме в техніці. Це не просто якісь голослівні речі, ми з вами не раз це говорили, та й згадували не раз, що Росія то кидає цілі ешелони, намагається розконсервувати техніки, танки Т-54 часів Другої світової, кінця Другої світової війни, або от буквально недавно ми з вами згадували гармату М-46 130 мм, які їм Північна Корея тепер передає снаряди. Про що кажуть аналітики? Що 70% старих танків взагалі не зрушили з місця, виявилося, що вони навіть не підлягають там відновленню, тому що їх стан плачевний. А те, що вдається перекидати, воно, згадуючи і харківські баталії, і лівий і правий берег Дніпра, знищене. І от підсумок, знову ж таки, повторюю, що в 25-му році в Росії будуть серйозні проблеми з технікою. Ну, любое производимое вооружение, ну, конечно, по цифрам, то есть по их количеству и наличию. Естественно, у россиян, как в прошлом году, они вышли на конечные цифры по снарядам и стали работать с колес, производя определенное количество, 5-7 тысяч снарядов в сутки, их использовать. У них нет времени на накопление. Почему и нельзя останавливать боевые действия? Нельзя дать времени россиянам на накопление, иначе они накупят снаряды. 5 тысяч снарядов в сутки, посчитайте, сколько у них будет за месяц, за два, за три. И потом не 10 тысяч в сутки будем на голову себе получать, а 50, 60, 70, как это было в 22-23 году. И уже не выдержим, потому что давление будет уже на данный момент серьезное. Почему и нельзя останавливаться, ни в коем случае. А вот та же самая картина в этом году, под конец этого года, начало следующего года, 25-го, россияне также выйдут на вот эти нулевые остатки по возможному по возможной постановке в строй старой техники советской, которую они достают со складов. Как какие бы ни были большие советские склады, которыми пользуется Россия, но никогда-то заканчиваются. Вот в 25-м они закончатся. Если, опять же, останется та же интенсивность боев, как сейчас. Если остановим боевые действия, они не закончатся, они, наоборот, будут увеличиваться, потому что россияне производят несколько десятков боевых бронированных машин в сутки вместе, если считать вместе со стволами. Потому для нас очень важно как раз эти несколько десятков, а лучше больше, как мы это сейчас делаем, уничтожать на поле боя. И тогда будет отрицательное, так называемое, складирование, то есть выход на нули. Причем, действительно, аналитики зарубежные правы. Почему? Потому что они видят, во-первых, спутниковые снимки, анализируют, естественно, нахождение некоторых средств поражения у россиян на складах. Но там большинство сейчас тех боевых бронированных машин, которые ББМ, которые сейчас остались, танков, в том числе артиллерии, они не поднимают из-за того, что они просто не могут их поставить в строй. Не из-за того, что они там старые или, допустим, у них нет каких-то запчастей. У них нет самой базы по восстановлению. Причем по некоторым позициям у них есть, допустим, танков Т-64, мы как-то с вами говорили, и несколько тысяч у них стоит этих танков. Они их не могут даже расконсервировать, потому что расконсервация и постановка строй проводилась на заводе, который их изготовлял, на Харьковском тракторном заводе. Почему, кстати, Харьков и нужен? Там есть определенная база, и они могли бы, допустим, те же Т-64 поставить в строй. Сейчас этого не получится. А в мастерских или на тех заводах, на которых они производят свою технику, они же не будут, допустим, останавливать там Т-90, чтобы поставить в строй Т-64. А мощностей нет. Потому вот эти танки вроде как и в неплохом состоянии, с одной стороны, но они никогда не попадут на поле боя. Почему? Потому что некому их расконсервировать и довести до состояния боевого применения. Потому можно просчитать, и в принципе согласен я с аналитиками в том числе, на конец этого года, на начало следующего года у россиян будет вот такая проблема, как в прошлом году
со снарядами в этом году, в начале следующего, будут проблемы и с техникой в том числе. Это еще раз повторюсь, если никому в голову не придет заморозить боевые действия. Если заморозим, эта техника начнет увеличиваться на складах, потом мы будем выгребать ее уже по новым направлениям. Ну, власне, чи можна, я хотів якраз запитати вас, в інтерв'ю BBC Зеленський, Володимир Зеленський, президент України, сказав, що гаряча фаза війни може завершитися до кінця року. Що під цими словами можна розуміти? Він каже також, що країни світу повинні тиснути на Росію. І чи ми можемо розуміти, чи це може бути пов'язано, власне, з проблемою техніки Росії на фронті? Так это напрямую зависит от России. Это как раз хотелка России к концу года остановить боевые действия, потому что у них закончится техника. Потому сейчас вот эти заявления, которые наша ликвидационная неукраинская власть дает в эфир, так это как раз для россиян они и нужны. Остановить боевые действия, чтобы... Почему? Потому что нечем россиянам воевать. Вот давайте спасем россиян, остановим боевые действия, потому что россиянам нечем воевать, им надо произвести оружие, им надо закупить, а потом они когда опять восстановятся, они потом, естественно, дальше двинутся. Ну, то есть возникают, конечно, сильно такие серьезные вопросы к этой власти, которая или, это ж называется как, по недомыслию, скудоумию или злому умыслу такого рода заявлений. Но дело же не в заявлениях, дело в подготовках к таким действиям. А еще, не дай бог, от само действие будет проведено. Так тогда, в следующий раз, когда россияне начнут двигаться, тогда не сотни тысяч погибнут, тогда миллионы украинцев погибнут. Украины точно не станет. Почему? Потому что Россия сейчас раскрутила маховик производства техники, и если дать ей возможность ее накапливать, а именно об этом сейчас, кстати, и наши в том числе руководители говорят, давайте дадим россиянам возможность накопить технику. Ну, молодцы, красавцы, воевать только кто будет. Они что-то не видно депутатов Верховной Рады со всей этой канцелярией на передке. То есть есть эти вопросы и к таким заявлениям, и к готовящимся действиям. Вот где вопросы. Потому что же не просто они заявляют, они же готовятся. То есть они готовятся к очередному саммиту, на который попытаются притянуть Россию для того, чтобы что? Чтобы остановить боевые действия, дать возможность россиянам перезарядиться. Ну что им скажет украинский народ? Ну очень большое спасибо, я так понимаю. Продовжуємо збір для наших оборонців. Цього разу на дві машини для прикордонників та розвідників, що працюють на Донецькому напрямку. Ціль 400 гривень збирає мій колега Фахрудін Шарафмал. Давайте допоможемо нашим хлопцям та дівчатам, аби вони мали машини. Ви прекрасно розумієте, наскільки автівки рятують життя нашим оборонцям, допомагають їм змінювати оперативну позицію, ну і це розхідник, тому що легко прострілюється постійно під вогневими ударами ворога. Давайте закриємо цей збір, аби автівки були на фронті. Пане Романе, я вам дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 19 липня, п'ятниця. Обов'язково підписуємось, ставимо лайки, коментуємо і ділимось щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось з вами в ефірі 24 каналу.